Однако, здравствуйте, у микрофона снова Лёха, и сегодня мы начнем прохождение игры под названием Medal of Honor. И мы куда-то едем. Под классную музычку. Я даже громче сделаю. Кролик? А чё дерьмо-то сразу? Может, мне нравится? Чё, охуел бородатый? Ладно. Такс. А почему кролик в отряде Нептун, я не понял? Кролик должен быть в отряде зверята или колыханка, ну, потому что там был кролик, как его там звали, или заяц. Он там был, я помню, что он там был. Степашка вроде. Да, я Степашка. Степашка-убивашка. Только не убивайте меня, пожалуйста, я хороший. А можно мне поиграть? Я вот вообще ничего не делаю. Я не могу управлять даже камерой. Он сам головой вертит. Я вот мышку шевелю, и ничего не происходит. Оно само. Пустить меня домой, пожалуйста. Бля, часы сниму, неудобно играть. Нахер часы. Во. Так, волки. Я видел слово волки. А я кролик. Ну, держитесь, волки позорные. Сейчас пизда всему живому. Хм, очень интересно, мы куда-то едем. Мы едем? Мы едем? Козы. Козы, это очень интересно. Какой неожиданный поворот сюжета. Вот это экшен, вот это... дедушка? Дедушка, проходи быстрее, пожалуйста. О! Видишь, он со мной согласен. Быстрее, сука! Ай, микрофон чуть подвинул. Все понятно. Ну а дальше что? Ну дайте хотя бы лицом своим управлять, ну пожалуйста! Суки, блядь, и курва! Блин. Аж обидно. Иди влево и нахрен. Опа. Здрасте. Здравствуйте. Ой, бля, до свидания. А можно меня не убивать? Пожалуйста. Что-то ему не нравится. Им что-то реально не нравится. А мне не нравится, когда людям с оружием что-то не нравится. Так, бля, экшен, нахуй. Стой, кролик, стою. Даю, стою, бля. Что происходит? Тупик. Тупик, но мы куда-то едем. Ай, бля. Что происходит? Дайте мне оружие, пожалуйста. Дайте мне что-нибудь. Вставай, я встал, я уже вышел. Опа, есть пистолет. А дайте пистолет. Пистолет! Ага. А, идите сюда, суки, я сейчас всех порешу. Мне куда? А мне... А, мне за этим. Ладно, насрать вообще. Вперед! Уу! Есть кто? Сука. Всем умирать. И тебе умирать. Ой, блин, как непривычно здесь мышка ходит, так плавно как. Вообще непривычно нифига. Оп. Ой, ты умираешь. Я сказал, ты уми... Ты чё, охуел, что ли? Я говорю, ты умираешь, а он не умирает. Беспредел. Ой, ой-ой-ой, граната! Ай, больно, блядь! Не надо! Так, где я? А где он? Это свой? Кувыркается там. Ага. А чё делать? Ну ладно, я пошел. Есть тут кто-нибудь? Ку-ку! Эй-эй-эй, не борзей! Не борзей, не борзей. Сука. Балкон, окей. Минус на балконе. Минус то. Какого хуя? Смотрел он вот куда-то туда, а пули летели вот куда-то туда, и я охуел. Есть кто? Нету никого. Пью. Ага, очень чисто, да. Ну, я как бы не сказал, что тут чисто. Не сказал бы я такого. О.
Холодно тут, снег лежит. Я посижу, погреюсь немного. А? Окей, иду, 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 иду. Чё делать? Пью. Дайте я там всех расстреляю, нахуй. Ёбанарод! Оп! Лежать! Умирать, когда я в тебя стреляю! Калаш. Дробовик или калаш? Ну, МКУ я оставлю, у нее есть прицел. Но пистолет в любом случае крут. Пойду убивать. Пистолет это то, что я люблю. Вах. Да выеби ты эту дверь. Выбей, в смысле. Опа, опа. Мама? Мам, что ты там делаешь? Не борзей. Мам, меня обижают. Мам, можно их убить? Да какая разница? Оп, и все. И никаких вопросов, и никаких проблем. Там есть кто-нибудь? Это выглядит подозрительно. Ага, я же говорил, что это выглядит подозрительно. Очень. Тихо, малыш, малыш, малыш. Умер, сука. Пошли гулять по крышам. Хотя ты и так находишься на балконе. Ну, ты, это, спустись и пойдем на крышу. Сука, умирай. Ты умер? Я проверю ведь. Я ведь проверю, я ж, сука, такой. А где мама? Ладно. Дыщ! Не надо меня убивать. Так, ладно, возьму пока что... Бери свет. А где он? Как-то ножиком бить. Вот так? Нет, не так. Вот так. А ночное видение тут есть? Алло? Тут есть ночное видение? О, нашел. Нашел. Протыкать все кнопки это лучший вариант. Так, что, быть тихим убийцей с пистолетиком? Или грозным кем-нибудь с дробашом? Выбираю второй вариант. Второй вариант круче. Лежать! Дробину тебе в жопу! Есть еще кто? Воу! Охуел? Так, ты умер немного. Братишка, ты тоже, я знаю, что ты здесь. Да? А ты думал, я тебя не видел, да? Я тебя видел. Видел! Я тебя, сука, видел! Он такой, наверное, смотрит, типа, ой, все. Ладно. Что дальше? Пистолетик. Пойду элегантно всех убивать. Пиу. А тут никого нет. Выбить дверь! Бум! Есть кто? Никого нет. Я сказал, тут никого нет! А ты что, не слышал? Никого нет. Ну ладно. Уходим дальше. Есть кто? Ой, что-то светло очень. Вот. О, там мамка, там мамка. Мамка, я кушать хочу. Охуел, что ли? Так, ладно. Что только что пробежало сквозь меня? Или мне показалось? Ну ладно. Окей. Перезарядить пистолетик. Что за пистолет вообще? Непонятно. А где я? А, мне туда. Я потерялся уже 3 раза. Ой, ребятки. А вы немного... вы немного попутали. Вот в частности ты. Это тебе наказание, сука. А, он вылез уже из отсюда. Ладно. Что делать? О! Дай! Ладно. Я пойду сбоку тогда. Оп. Оп. А где мамка? Мам. А почему ты мужик? Мам. Почему у тебя борода? Ой, там пулемет. Ой. То есть в коробочку перед твоим лицом он попал, и пуля осталась здесь, да? Лол. Ай, блядь. Ай, блядь, больно. Ну ладно. У-у-у! Кавабанга! Не убивайте меня, пожалуйста! Не надо! Мне страшно!
А если... Ага. Ага. То есть туда пройти нельзя, а сверху... Сейчас я приду и напрыгну на нее сверху. Такой типа... Пью. Пью, пью. Пью, пью, пью. Да ну, не бзди мне тут, что эта херня не простреливается. Все оно простреливается. Должно простреливаться. Наверное. Ну ладно. Оп. Ну. Да. Ой, бля, что это было сейчас? Что взорвалось? Ай. Ай-яй-яй. Ай-ай-ай. Падаю я. Больно. Не надо. Хуя. Рестлер, ёбана. Эй, ты не проверил, сдох ли он? Чел, я должен проверить. Так, подожди, он бы не упал. Там карниз, он... Не... Ты понимаешь, что он не упал? Ты понимаешь, что ты долбоёб? Ну ладно. Зато я это понимаю. Кто сказал? Где? Откуда? Когда? А, что? Где? Куда? А, на крышу, пусти. Лежать, блядь, стоять, сука! Ты умер? Молодец. Есть еще? О, побежал. Так, ну что, переходим на тяжелую артиллерию. Бум! Шевелится еще. Ладно. Так, суем сюда патрончик. Суем сюда себя. Кто? А, свои. Я уже ударить хотел. F. Во. Оп! Хуя он на бицепс меня поднял. Качок, блядь. Он стероидный, он себе синтол колет. Еще что-нибудь такое. Ну, уйди. Дай пистолет. Пистолет хочу. Дай открою. Дай открою. Сука. О, тут музон такой. Такой типа нагнетающий. Такой крутой, вах. Только тихо. Опа, это откуда? А, это сверху, я хер с ними. А, не-не-не, не хер с ними. Не хер, не хер. Умри. Да умри ты. И вот ты тоже вот там вот прятался, ты тоже там умирай. Ты просто знаешь, что у пистолета патроны бесконечные, я немножко еврейчу. Ладно. Так, граната. А какой кнопкой гранату? Так, ну что ж, стандартная кнопка для гранаты. Я угадал. Бум. 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 А что, она окно не выбивает? Нет, нет. Ты умер. Так, ладно. Ай! Больно. Забрать гранату. Я забрал. Окей. Есть кто? Нету никого. Нету никого. Я сказал, тебя нету. И... А, это конник. Я стрельнул в конника. Блин, аж обидно стало. Конник. Скакун арабский, блядь, вылазь. Сюда иди. Жеребец, ёбаный рот. Совсем уже? Дурачок, что ли, какой? Почему я очередью из автомата стреляю точнее, чем из пистолета? По одной пульке. Эй. Ай! Ну, бля, ну больно же. Я же тоже человек, у меня тоже есть чувства. Вдруг я вообще даже верующий? А ты в меня тут стреляешь. Фу, я тебя распидорасил. Ай! Ну не делай так, ну не делайте! Ну зачем вы так делаете, а? Не шевелись! Дрыгается он еще тут. Ну зачем так делать, а? Ну я ж добрый! Да хватит через меня проходить, сука! Подозрительно. Это Спарта, блядь. Охуенно. Охуенно. Мама. А где Тарик? Не наш Тарик, но все же он был Тариком. Для меня он всегда останется Тариком. Ладно, дай дверь выбью. Или нам нету дверь. Вот эту дверь, я же знаю.
Ну, да, я сломаю. Ладно, ладно, подожду. Куда идти? А? Что делать? Чё ты мигаешь, а? Куда мне? Не сюда? Я здесь. А-а-а. Вон она как. Ну, вниз так вниз. Вот так вот. Оп, 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 оп. Я все вижу. Да, я вижу все. Только чш. Возьму пистолетик. Пистолетик, это хорошо. Фу! Есть кто? Там, кажется, кто-то есть. Нахер было по ним стрелять вообще? О, хедшот! Опа. Пью. 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 Да, блин. Иди сюда. Ты умрешь сегодня, нет? Пью, я сказал. А куда идти? Во что стрелять? Ладно, я пойду дальше. Мне сюда, наверное. Воу! Воу! В смысле ты? Ты чё такой? Да бля, чё я такой косой? А чё он такой дерзкий? Стоял здесь, потом хуяк сюда. Я аж промазал. Не, чел, зря. Это тоже неудачная мысль. А почему я так круто убиваю всех? А потому что в игре Терминатор, блядь. И вообще, я неубиваемый, нахуй. Вот во мне уже сколько пуль? Я не знаю, сколько во мне пуль. Да хуя. Очень много. Но я до сих пор не умер. Это очень странно. Так, ключ. В смысле нам нужен ключ, блядь? У меня дробовик есть. Замок отстрелил нахуй или петли. Зачем нам ключ? Дай пройду. Дай пройду, сука, я тебе покажу, как это делается, щенок. Мам, что ты делаешь? Бля, не смотри на меня так. Ёбаный в ногу. Охуенный ключ. Так, что дальше? Ой, там кто-то строчит. Ой-ой, бля, в ебало прилетело. Ай-яй-яй. 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 Я погреюсь, тут холодно. Ну, стрелять в него нет смысла. Ой. Он же в меня не попадет, нет? Не должен. Ай. Больно. Не стреляй. Иди нахуй отсюда. Понь. В смысле не понь? Ладно, ладно, ладно. Умри. Так, все, все. Что дальше? На, сука. Ай! Откуда прилетело? Откуда-то оттуда? Ай, блядь! Что ты делаешь? Ты что творишь, а? Ты что, мудак? Ой. Все поумирали, короче, и остался я один. Грустить буду. Ай-яй-яй-яй! Ушел отсюда. Вообще борзый какой-то. Еще кто-нибудь будет выбегать, нет? Ну, уйди отсюда. Ну ладно. Так, давай, поднимай меня. Че же ему камеру каждый раз теребит, как будто перед тем, как подняться, вот он ебальником об стену бьется. Ладно, что делать? Пс, пс, пс. Какой кнопкой ножик? Я забыл. Нож! А, вот, нож нашел. Уйди отсюда. О, там была СВД, там была СВД, хочу СВД. Умри отсюда. А, спасибо, мама, а мне спасибо. Вы что, охуели, что ли? Так, где дробовик? Нахуй мне дробовик, когда у меня есть СВД. Дай мне СВД. Дай мне, блядь, СВД. 300 пуль. Так, нету его. Кто еще там? Кто еще там выебывался? Так, это свои. Так, так, так. Куда побежал? Сука, недалеко ты бегать будешь. И недолго, и недалеко. Так, нахуй. В смысле не умер, бля? И ты умирай, тебя добить надо. Есть еще? Нету никого. Так, ну что ж, СВД. Взяли патрончики для СВД и идем гулять дальше. Так, ну ты у нас создание бесполезное. Ты умер, нет? Есть кто еще? Есть, сука. Ой. Чё такое дурное, а? Есть еще? Откуда ты кричишь?
А, вот ты где. Да ты вообще дурной какой-то. Отбитый. Ой, да бля, а что ты тут? Умираешь ты тут, короче. Можно идти вниз. Да? Открой. Дверь открой, блядь. Ну там нет никого, мы только что всех убили. Устроили пальбу, блядь, такую. И сейчас тихенько-тихенько Аки-ниндзя открывает дверцу. А нахуя? Мы же всех поубивали. Ладно, хорошо. Такс, что дальше? Гранаты! В смысле заполнено? Ну ладно, ладно, хорошо. Идем дальше. А, бери дверь, бери ее полностью. Она тебя хочет. Откройте дверь! Ну пожалуйста. Э, пульки, пульки мне вер... Пульки мне верни, блядина! А, пульки ты мне дал, нет? Пульки дай! Не, ну охуеть теперь. Еще и пульки не дают. Пойду, короче, стрелять всех. Есть кто? Бля, ну... Вот нахуй ты тут сел! Говна кусок. Умри, бля. Умри насмерть! И ты тоже. И... И... Это кто? Это свой, нет? Это не свой, нихуя. Я подумал, что он свой, а он не свой. Тут пуль... Вот ты вообще бесстрашный, блядь, и тупой еще до кучи. Я терминатор, бля, ну что ж ты делаешь, а? Чё творят? Дурачки какие-то. Я считаю, пиу-пиу-пиу-пиу, суки, откройте дверь. Или мне не сюда? Куда можно пойти? В окно? Нет, не залезу. А есть тут что-нибудь? Оп. Есть что-нибудь интересное? Не, нет, нихуя. Чё, как, братишка? О, можно дверь въебать? Дверь въебать! Въебать дверь! Бум! Опа! Стопэ, стопэ! Ой, это свои. Лежать, блядь! Лежать, бля! Есть еще. Лежать, бля! Лежать, бля! Лежать, бля! Лежать, бля! Нож, нож, нож! Ёбни его ножом! И этого ножом! Сука, фраг с ножа у меня спиздил. Пидор. Кого еще можно уебать ножом? Так, выключить это дерьмо. Иди нахуй со своим тариком и пропусти меня. Ща въебу, ща въебу, ща въебу. Дай въебу. Дай въебу, въебу, въебу. Бум! Оу, slow motion! Ну, пистолет достань, бля! Пу! 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 Есть еще кто-нибудь, кого убить? Главное, что я въебал хедшот этому. Хедшот. Хедшот! О, он так дрыгается прикольно. Пиу, 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 пиу. А, бля, мне пора сходить к психологу. И такой звук, такой буль, буль, буль. А у меня бесконечные патроны, я могу заниматься этим вечно. А это что? Судя по звуку, это чьи-то головы. А может и нет. Ладно, хер с ним. А, мы уезжаем. Мы уезжаем, и на этой прекрасной ноте у меня забирают управление, и я вот так вот телепатическим образом... своим астральным телом взлетаю сюда. Ну, непонятно, что происходит, но, видимо, это будет начало новой миссии. Мы куда-то уезжаем, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.